Старт Дня России на колесах. Один из главных праздников страны начался со зрелищного мероприятия на площади у здания администрации. Кто рано встает, у того и дороги свободные. Первыми отмечать День России начали любители скорости. Если утром, День России, вы проснулись от рокота двигателей, знайте, по улицам Люберец идет патриотичный мото-автопробег! В составе колонны мотоциклисты и автолюбители. Каждый год они устраивают праздничные автопробеги по просторам нашей страны. Тематический заезд в День России прошел в округе впервые, собрал настоящих патриотов. Всех поздравляем, здоровья, самое главное, не болеть. Сегодня День России, мы должны его поддержать, это наш праздник. Наша страна, и ну и мы не могли быть безучастными. Всех с этим светлым праздником нашей страны, нашей Родины. Дай Бог, чтобы Россия цвела и процветала. Мы рады поддержать сегодня это мероприятие. Люберецкий мотоклуб «Свобода двух колес» – постоянный участник местных и региональных мероприятий. В этом праздничном пробеге участвовал 21 байкер. Вырвались, можно сказать, единицы ближайшие. То есть это две машины с Люберец, остальные из ближайшего Подмосковья. Перед началом пробега волонтеры молодой гвардии помогли участникам экипировать железных коней. Главное украшение праздника – триколор – предоставило местное отделение партии «Единая Россия». Я горжусь тем, что живу в такой великой стране и безумно горжусь своим флагом, который вызывает самые теплые ассоциации и эмоции. Автовладельцев, любящих свою родину, в колонии тематического заезда тоже оказалось немало. На мероприятие приехали представители Всероссийского общества «УАЗ-Патриот». Старт мото-автопробегу дал глава округа Владимир Ружицкий. Замечательный праздник нашей великой, замечательной страны. Я искренне желаю вам добра, здоровья, благополучия всем вам, нам и нашей большой стране. У нас большое счастье, что мы проживаем на просторах большой независимой державы под названием Россия. Всех с праздником, удачи, здоровья, благополучия и мирного неба. С праздником! Колонна любителей скорости проехала по одной из центральных улиц города – Кирова. Анна Троян, Валерий Абсолямов, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.